У тебя еще нет футболки с любимым бравлером? А может, ты еще хочешь крутой рюкзак с Леоном? Или легендарную толстовку с Brawl Stars? Все это и много другое ты найдешь на всемайки.ру. Создавай свой собственный дизайн в конструкторе или же выбирай один из 150 тысяч принтов. Собери коллекцию всех бравлеров и побеждай в крутом шмоте. Всемайки.ру плюс 100 как скиллу. Переходи по ссылке в описании, вводи мой промокод и получай скидку на свой заказ. А также, ребята, всем по моему промокоду 15% скидка. Вся полезная информация будет в описании. Ребята, всем привет! Я надеюсь, вы не забыли за наш проект, совместный проект с Аурумом, 1000 боксов. Друзья, понадобилось много времени. На самом деле, мы немножечко отстали от графика. Целых 3 дня на аккаунте не играли. Джетоны не собирались, немножко запарили проект. Ну, точнее, не запарили, а немножечко... Ну, короче, ладно, пора возвращаться. Ребята, я вас очень прошу, поставьте лайки, подпишитесь на канал, если вы реально хотите увидеть концовку этого проекта. На данный момент на аккаунте 899 сундуков. И, ребят, 6 бойцов. Всего лишь 6 бойцов. На этом аккаунте не открывались сундуки, не собирались награды только до события по билетам. И выпал всего лишь один боец. Это Роза. Все, больше ничего здесь не выбивалось. Посмотрите, это просто нулячий аккаунт. И при этом 900 боксов. И сейчас смотрите, ребят. Я забираю вот эту штуку. Так, здесь Фрэнк у нас продается. Так, и что получается? И надо сходить в бой. Надо сходить в бой, чтобы было 900 сундуков. Ребята, осталось совсем немного. Я предлагаю сейчас взять какого-то персонажа. Допустим, да нет, давайте возьмем быка, наверное. Пойдем возьмем быка и сразу идем в бой. Выиграю или проиграю, абсолютно не имеет значения. Мне самое главное, мне вообще на кубки плевать здесь. Вообще плевать, главное собирать жетоны. И смотрите, сейчас если эту катку затащу, будет ровно 900 плюс кубков. Я не знаю, сколько у Аурума сейчас, ну приблизительно столько же. Но, ребят, нам осталось сотня. Последние 100 кубков. Ой, сундуков. Вы скажете, да ну, это же фигня, это же быстро. 100 сундуков, классно. Уже скоро будем батлить, но нет. Но нет. Вы, думаю, знаете, что билетики убирают. И мы роборубку... В эту роборубку билетики не продавались, а мы на них очень рассчитывали. Кстати, до сих пор еще 10 бойцов, и робот пошел на меня. Прекрасно. Надеюсь, переагрится сейчас на Леона. Да, отлично. Так, этого Леона можно, кстати, зажать потихонечку. Куда он делся? Он в инвизе, короче, на Брока сагрился. Так. Я постараюсь эту катку затащить, ребзи. Блин, у него опять инвиз. Давай, давай. Что, самоуверенный, да, баклан? Вот это я зря. Оу, получи. Получи. Тупо наказал, ребят, Леона. Вот, смотрите, в это воскресенье билетики не продавались. Соответственно, запланированное количество боксов не нафармлено. И у нас осталось 40 билетиков. Мы их потратим в это воскресенье. Там, ну, это не роборубка будет. Неважно. Но, блин, последние 100 придется собирать именно жетонами. Ауруму там чуть-чуть больше надо собирать. Ну, у нас сейчас карантин, мы никуда не спешим, потому что мы хотели, когда насобираем 1000 боксов, мы хотели с Серегой сделать очень крутой батл в реальной жизни. Оу, чуть-чуть не дожал. Но в реальной жизни сейчас сделать батл достаточно сложно из-за того, что карантин. Поэтому мы пока не торопимся, но в любом случае я очень жажду нафармить косарь боксов на этом аккаунте. Итак, ребятки, момент истины. Итак, и... Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бум! Yeah! 900! Ровно 900 сундуков! Ни один сундук на этом аккаунте не открывался. Вы представляете, как будет круто открыть целых 1000 на этом аке. Причем у Сереги также. Мы потом забатлим, посмотрим, кто больше выбьет. Ну погнали, так как и 3 дня на этом аккаунте не игралось, погнали, ребята, дальше фармить боксы. Мы могли гораздо быстрее все это сделать. Потому что пропускались некоторые дни, не каждый день на этом аккаунте играли. И не идеально фармились жетоны в роборубке. Но, тем не менее, результат, я считаю, очень хорош. Очень хорош, сколько мы? Ну, 2 месяца, да, где-то? Ну, меньше, наверное, чуть-чуть меньше. Так. Я четенько подошел, это просто минус Пока.
минус Пока. Да гля, не убивается. Вообще, блин, не понимаю. Так. Автоатачер, кстати. Но у меня есть ульта, это хорошо. У меня есть ульта, в любой момент смогу сигануть и затащить. Я думаю, что надо будет... возможно, задонатить, прокачать персов. И апнуть всех на, не знаю, на какой ранг. Ну, короче, поднять кубки, может, еще с помощью этих, не жетонов, как их правильно, с помощью рангов, там тоже даются дополнительные жетоны. Так, 4 бойца осталось, здесь воробушек сидит, я сейчас вообще в таком интересном месте. Блин, а куда бы деться? Куда бы деться? Давайте попробуем через воробушка. Ух ты, блин, а он такой отошел. Так, ну давай. Ну давай. 4 бойца еще, блин. Ну мне нравится на быке пассивка, реально очень хорошая, которая вешает щит на тебя. Так, о, Брока можно убить. Да, можно было бы, если бы мне не мешал ворон. Опа, Шелли. А, Шелли на гаджете. Кстати, гаджет на быка еще не появлялся. Так, ну, короче, воробушек, естественно, будет преследовать меня, потому что меня проще убить, нежели Шелли. Ну, я в свою очередь... Так, я в свою очередь попытаюсь сделать все возможное и... Блин, ну, я сделал все, что от меня зависело, наверное, в этот момент. Плюс 6, третье место, 710 кубков, yes! На быке на этой карте очень сложно играть, но это не имеет значения, сколько кубков. 84 жетона мы получаем с даблерами в сумме, и тем самым почти 901 бокс. Смотрите, еще 5 жетончиков, шикарненько, шикарненько. Кстати, давайте здесь, смотрите, купим вот две вот эти жетоны. Всегда, знаете, хочется открыть в магазине бесплатный ящик, но нельзя. А, кстати, стоп, гаджет-то есть, гаджет-то в магазине есть за 1000 гемасов. А, может купить его? А что там гаджет, я уже не помню. А, он хилится. Да слушайте, давайте возьмем гаджет на быка. Прикольно же. Да, правда золото, реально, золота нет вообще. Так, смотрим. Мы можем Шелли прокачать. Да мы всех можем прокачать, но надо задонатить на золото. Не знаю, мне так впадло, если честно. Попробуем, погнали с гаджетом сыграть. Он восстанавливает хп. Это нам пригодится на этой карте. Так, для начала мы разберем эти ящики, потом пойдем заберем в правом углу. Так, есть. 2 тычки и минус ящик. Да, отлично, есть. Не, бык на самом деле прикольный перс. Но реально, не знаю, мне кажется, не в ШД. Вот в 3 на 3, особенно в сейфе, мне больше всего нравится на нем играть. Блин, ну меня тут уже все научились контрить, реально. Раньше бык такой... А, у меня же гаджет есть, не забываем про это. Пайпер, я сейчас к тебе подойду. Капец, ну что за дура такая, я в шоке. Блин, а воробушки реально бесят. Реально бесят воробушки. Так, у меня 5 банок. Сейчас гаджет затестим. А, гаджет, стоп. А чтобы затестить гаджет, что надо сделать? Здоровье уже на максимуме. А, все, я понял. Когда мало хп, он там восстанавливает очень много. Так. Ну, погнали вниз. Погнали вниз. Подальше от ворона. Так, тут Дэрил сидел. О-о-о, пацаны, полегче, полегче. Полегче. Полегче, врубаем щит. Да блин, как коршуны слетелись. Хоп-хоп-хоп. Хоп, здорово-здорово. Блин, у него тоже гаджет прикольный. Вопросов нет, вопросов нет. У него тоже гаджет прикольный, вешается. О, а вот и минус воробушек. Блин, пока не внушительные результаты. О, вот это хорошо. Мне просто ульта срочно нужна. Так. Затимились. Так. Я на себя беру этого негодяя. Хилимся! Да ёпта, не успел. Не, против Шелли, конечно, вариантов нет. Шелли... Она и в Африке, Шелли. Минус 4, но при этом мы получим жетоны. То есть вот мне что нравится в этом проекте... О, всего лишь 12. Мне что нравится в этом проекте, что ты как не сыграй,
В любом случае останешься, ну, при какой-то добыче. Не, ну, конечно, последнее место не вариант. Слушайте, давайте еще одну каточку. Хочется с жетончиком прям реально бомбануть. Ребзи, реально, вот смотрите, у нас цель 1000 боксов. Давайте попробуйте 100 тысяч лайков набрать, чтобы как можно быстрее мы с Серегой нафармили 1000 боксов и устроили батл. Предлагайте условия для батла. У нас много идей, мы не хотим просто сидеть дома и забатлить, мы хотим встретиться и сделать это как-то круто, с какими-то интересными... Ну, я не хочу просто спойлернуть, но с идейками. Оу, нет. Хотя, чё нет, давай, погнали, забирать. Быком же легко. Еще мне сейчас он Джесси поможет. Да, поможет же. Да, поможет, куда она денется. Помогай, еще одну тыку дай. Все, спасибо, подруга, спасибо. До свидания. Обожаю. Обожаю выигрывать. Это прям... Сколько я? 4700 с одной тычки. Ты посмотри, блин, на него. Это топ-1, ребят. Это топ-1. Никакие шели мне не страшны. Давай, подходи сюда. Да плевать мне на твою пассивку. Ой, на твою ульту. Давай, давай. Оп! Ха-ха-ха! Привет, родной! Блин, достает. Слушайте, это не топ-1. Удираем. Так, уже есть гаджет. 10 банок. Слушайте, а так играть с быком интересно. Реально, он дополнился. Да это он был овощ, знаете, как телефон без интернета. А сейчас он такой стал, с гаджетом, с пассивкой, с ультой, прикольный. Ну, он и был с ультой и этим, пассивкой, но я имею в виду, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же это круто. Последний гаджет юзнул. Воу, я, наверное, подойду сюда. Они друг друга убили, у меня 17 банок, но при этом все гаджеты я испортил, точнее использовал, но я не думаю, что это плохо. Я не думаю, что это плохо, оно мне сейчас не понадобится, у меня 13 тонн хп. Так. Так, ну я хочу топ-1, ребят, тупо топ-1 хочу. Ну давайте заберем, а чё нет? По 4800. Ох ты, 6400 ляпнул. Да! Да, вот это да. Вот это оно. Четенько. Гаджет прикольненький надо. Плюс 10. Итого, сколько мы получаем жетонов? 34. Вот за первое место мы получаем почти 70 жетонов. Но это почти целый бокс. Неплохо, неплохо. Ну, сейчас еще 120 жетонов потрачу, того будет почти 903 боксика. Ну, и спустя там 2 часа пойдет снова. Короче, осталось реально немного. Это уже финишная прямая. Ребятки, я вас очень прошу поддержать этот ролик лайком. Они выходят не часто по этому проекту ролики, но при этом, как вы видите, с хорошими результатами. По крайней мере, я надеюсь, что вы не разочарованы. Возможно, вы ждали быстрее, но сами понимаете, много проектов, много разного всего. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ждите новые видосы, они будут совсем скоро. Ну и я в предвкушении этого интересного батла на этих классных аккаунтах. В конце мы с Серегой подарим эти аккаунты нашим подписчикам. Поэтому будьте нашими подписчиками. Всего хорошего, нажимайте на колокольчик. Вот, вот, лайкос не забывайте, подписочку, и все у вас получится. Обязательно, обязательно у вас все получится. Все, ребят, всего хорошего, до новых встреч. И теперь точно, пока.